В этом спектакле главные роли играют лошади. Но это не цирковые кони, привыкшие к актерскому мастерству, а бывшие спортсмены. Свою карьеру они продолжают в Ярославском конном театре. Труппа открыла год рождественской постановкой. Лошади, в принципе, очень артистичные животные. Вот, они любят музыку, любят под музыку уступать, потому что кюр – это же часть обязательно программы выездки, например, да, езда под музыку. Вот, и поэтому, то есть, им очень нравится. В труппе конного театра 4 лошади и 3 пони. Не всем даются легко публичные выступления. Одна из героинь, 7-летняя Венера, боится громких звуков. Каждый выход на манеж – преодоление себя. Сейчас для нее стало это легче. Вот. Она такая немножко стеснительная барышня. Вот, особенно раньше была. Она когда подходит к зрителям, ее нужно так сильно поддерживать, направлять, потому что она так стесняется очень. Вот. Но, в принципе, сейчас она стала гораздо общительнее. А это Бродвей. Именно в его честь назван конный театр. На сегодня спектакль закончен, но в дальнейшем его ждут тренировки. И уже 1 марта он выступит в спектакле, посвященном жизни Ярослава Мудрого. Екатерина Булькач, Сергей Ватин. День в событиях.